Я бы выделил прежде всего экономический блок, который дает возможность реализовывать совместные проекты, создавая рабочие места, обеспечивая дополнительные доходы для населения, формируя налоговый потенциал территории, но и тем самым определяя возможности развития этих территорий. Потому что там, где нет экономики, там, где нет условий для развития предприятий, производства, там очень быстро наступает проблемная зона, там возникают процессы деградации. Для нас очень важно, чтобы Череповецкий район, как территория, примыкающая к нашему городу, имела устойчивую, четко определенную на долгие годы экономическую основу для развития. Череповецкий район не может развиваться без участия города Череповца, без участия его интеллектуального, инвестиционного потенциала. Соответственно, город Череповец сегодня не может развиваться без потенциала района, территориального, земельного, природно-рекреационного. Но впереди у нас достаточно интересная, плодотворная работа в этом направлении. Наша эта задача и задача вот этого соглашения в первую очередь для того, чтобы жители района и жители города не чувствовали себя чужими на территориях других территориальных единиц. Для нас одинаковы все. И мы хотим, чтобы вот это соглашение, оно действительно работало, работало и в социально-культурной сфере, и в сферах инвестиций, на благо жителей Череповецкого района и города Череповца, на благо всей Вологодской области. Подписание этого соглашения, я думаю, будет более эффективно решать все задачи и проблемы, которые стоят перед органами местного самоуправления, улучшать жизнь населения наших муниципальных образований. Ну и думаю, реализация данного соглашения будет способствовать более широкому, открытому и взаимовыгодному сотрудничеству.